хорошо, прогревает весеннее солнышко. Так, ну что у нас? На календаре март месяц. Я вот пока переодевался, уже весь взмок. Территориально сейчас я нахожусь в Ленинской пойме. Хотя планы, конечно, были немного другие. Все поменялось буквально в последних 15 часов. Поскольку поступила железобетонная информация по поводу сумасшедшего клёва. В общем, здесь мы. Не знаю, что сегодня у нас будет, но вчера все обрыбились. Так, я уже заряжен. Собакевич сегодня со мной, да? Причем, пока переодевались, к нам подъехали уже соседи, гости, мы не одни. Ну, опять, солнце только встало, поэтому будет большая конкуренция. Но и ерик достаточно большой. Так, ладно, меньше болтовни, хочется уже смочить снасти. Погнали. Ага. Давай, 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 красавица. Давай, давай. Вот это да, вот это да. Рыбёха, рыбёха. Ну, 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 иди, иди сюда, моя хорошая. Иди, 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 иди. Ай, ты умница моя. Ай-яй-яй, как аккуратненько она взялась. Да, садок-то я зря не взял. Как тут упущение мое. Пуша, нельзя, 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 нельзя. Пушку нельзя. Нельзя. А, сейчас попадешься у меня. Так, так, нельзя. Тихо, тихо. А, вот она. Вот она, весенняя щучка. Да-да-да. Да-да-да. Смотри, чтоб тебя не съела только. Нельзя! Ура! Размочились, а? Наконец-то. Не знаю, минут 12. 15 минут, наверное, где-то бросаю. Ой, я очень рад. Да, размерчик невелик, но тем не менее, а? Какая же классная рыбёха. Да, тебе тоже понравилось? Вот это вообще у меня одичал дома сидеть, да? Затворник. Да? Нет? Так, ладно. А люди все подъезжают и подъезжают. Нельзя. Уж нельзя. Походу, этот парень ее отпустит сегодня. Так, причем, кстати, некоторые даже с лодками приехали и тоже рыбачат. Уж уйдет туда. Ну, у нас, кстати, тоже есть запасной вариант в виде лодки. Если что-то как-то пойдет не по плану у нас. Так, ладно, не расслабляемся. Работаем. Давай, давай, родненькая. Тихо, 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 тихо. Ты же моя хорошая. А ведь вроде только расклевалось, а? Пошел процесс, а у меня тут ЧП. Эти-то у меня дырявые, забродники мои. В общем, прям по самой неволу я, короче, промок.
Вот, уже переоделся. Вот, вот. Надеюсь, будет видно. В общем, все мокрое. Все. Боец выбыл из строя. Поэтому одна надежа на партнера. Ладно. Не сдаемся. Сейчас что-нибудь, может, придумаем. Хотя у меня сменки больше никакой нет. Все. Все промокло. Ага, начинает потихоньку усиливаться ветерок. Обещаю, тут шквалистый, штормовой ветер. Ой, так, ну что, никуда я не пошел. Вот, припал на харчи и все. Можно было, конечно, лодку накачать, но не стал. Не стал. Вот. По сегодняшнему выезду можно сделать итог, что начало клевать где-то с обеда. В районе с часу до двух. А потом все обрубило.